Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я глава клана Кобра. Обратите внимание на правый угол. Вот такое название с таким логотипом. Я записываю свой первый обзор на клан Кобра. И, конечно же, я делаю это впервые, так что извините за небольшие погрешности. Я не знаю, как это делать. С практикой наберемся, и в будущем я уверен, что я сделаю более интересные выпуски. Итак, начнем. Небольшое знакомство с кланом Кобра, сервер Альфа, игра Warface. Это наш официальный логотип. Это наше официальное название Кобра. Ищите нас, подписывайтесь на нас в контактах, на YouTube и во всех возможных соцсетях. И теперь перейдем непосредственно к самому составу Кобра. Итак, информацию я буду использовать с сайта. Так что итак, начнем. Начну с фаворитов, потому что, конечно же, в каждом клане есть свои любимчики, свои постоянные игроки, свой основной состав, и есть люди, которые периодически меняются, уходят, приходят, некоторые остаются и входят в состав любимчиков, и основы, и таким образом мы пополняемся, и таким образом мы расширяемся. У нас довольно-таки дружелюбный клан, мы стараемся никого не оскорблять. Всегда с настроением. Девиз, мой личный девиз, что игра должна приносить в первую очередь наслаждение, а потом уже все остальное достижение, какие-то высоты, рейтинги и все такое. В первую очередь наслаждение. Итак, начнем. Обратите внимание, Альфа. Это мой один из лучших фаворитов. Зовут его Шихбан. Взрослый мужичок, такой классный пацан. Играет шикарно. Нечего сказать. Любимый класс, на мой взгляд, это инженер. Вообще супер. Второй. Тима. Ник Тим666. Зовут Тимур из Казахстана, тоже ему свыше 18 лет, играет супер за инженера, за медика, за снайпера, есть около 8-9 донов, я даже не помню сколько, но играет супер, тоже фаворит, основа клана, костяк. Призрак. Призрак. С ним отдельная история. Призрак 65. Зовут его Роял. Парень молодой относительно. Звание низкое, так как был то ли взломан, то ли забанен предыдущий раз. Он был у нас уже в клане. Клан немножко имел другой состав. Но вот он пришел, отлично играет. Часто заходит. Хорошие очки. Молодец. Так держать. Игорек, новый игрок, набирает обороты, мне нравится, хорошо тащит, играет адекватно. Я еще с ним лично не общался, но в дальнейшем, думаю, пообщаемся, познакомимся поближе. Итак, пропуская некоторых игроков, которые, в принципе, недавно зашли, но я о них ничего не знаю, так что мне нечего о них ничего рассказать. Низи 4. Это он, два золотых ежа. Зовут Нияз. Татарин, молодой парень, перспективный, отличный игрок за медика. Он просто шикарен, шикарен. Хорошо играет в команде, адекватный полностью. Ты не заметишь. Такое интересное название Ника. Это двоюродный брат Альфы, тоже взрослый мужичок. Звание достаточно низкое, потому что начал играть сначала, причем натренирован от Альфы, с тактиками боя совсем, то есть полностью упакованный. Донов пока что нету, играет тоже хорошо, полностью адекват. И перейдем дальше. Несквик 95. Вот она. Это девочка. Девочка достаточно молодая. Дин Голд Йош. Хорошо играет, шикарно. И плюс
Джонс, это наша единственная девочка в клане, она очень долго уже с нами, мы ее полюбили, надеюсь, что и мы ей нравимся, как бы все, и, ну, супер-супер, вообще, когда есть девочка в команде, это разряжает немножко обстановку. Итак, Леон Шамба. Очередная банда альфы, и ты не заметишь. Леон Шамба их не сосед. Молодой парень, красавчик, играет адекватно, шикарно, всегда рвется на КВ, всегда в трудный момент можно положиться. Имеет свыше 100 тысяч в клане. Молодец, офицер, супер. Кто у нас еще остался? Остался, я бы еще хотел рассказать об Пуриш, мой физический друг. Звание достаточно низкое, потому что был недавно взломан и сейчас обратно восстанавливается, реабилитируется и набирает обороты. Он взрослый парень и он достаточно со мной с самого начала Warface, это свыше года, когда клан Кобра имел другой состав, с нами всегда. Леха 3-2-1, 3-1-3-2, вы, наверное, знаете, его встречали не раз на пабликах, отличнейший игрок, держит второе место в клане по набранным очкам, свыше 450 тысяч клановых очков, обалденный игрок, играет за штурма, имеет дон, ну, все супер, но небольшие трудности, что-то он в последнее время, этот месяц вообще у нас очень слабенький, вообще игроки очень слабо заходят, не знаю, ну, в каждом клане есть свои взлеты, падения, и мы переживаем одно из падений, скажем так, задержек. Из-за этого, ну, все равно респект, я его уважаю, он классный пацан. Зовут Алексей. Борзый, борзый, борзый. Это та же самая банда, что и ты не заметишь. Леон Шамба. Где он, Леон Шамба? Вот Леон Шамба и Альфа. Это тоже родственник Альфы. И играет шикарно, взрослый мужичок. Обалденно зовут, если не ошибаюсь, Рафаэль. Вообще свыше 125 тысяч в клане. Красава, офицер. Супер, нечего говорить. Так держать. Дальше. Тело. Очень-очень-очень-очень давний игрок нашего клана. Держится с нами. В основном специализируется на ПВЕ. Но также участвует и в КВ боях. Но, скажем так, мы от него много не хотим. Он самый взрослый у нас в клане. Ему, если не ошибаюсь, выше 40 лет, но играет супер, мужичок адекватный. Он наш специалист по ПВЕ миссиям, так что мы, если на ПВЕ, то мы к нему. Шишечкин, шикарный снайпер, шикарный штурмовик, супер. Недавно снял с него офицера, потому что слишком слабый онлайн, но, в принципе, если он вернется онлайн, то я ему верну офицера, несмотря на его низкое звание, он имеет свыше 100 тысяч очков, вообще красава, нечего говорить. Сникерс, это что-то с чем-то, у него низкое звание, 2 голдежа, у нас не так много людей с такими мелкими званиями, но он у нас любитель повылетать из клана случайно, по разным причинам. Так что, ну, чувак свой, из-за этого я на него зла не держу. Играет молодец за медика, шикарный, один из лучших медиков. Вообще молодец, супер. Держ зовут, Сникерса зовут Андрей. Да, забываю говорить. Дер, 60-26. Пацан супер, зовут Димой. И вообще нечего даже сказать. Офицер, 125 тысяч клановых очков, молодец, правда, слабоватенько в этом месяце с очками. У них, он живет в Украине, как вы знаете, из-за беспорядков у него немножко есть проблемы с входом онлайн. Итак, приближаемся к концу. Пиня,
мой соотечественник, скажем так, один голд. Ёжик, тоже офицер клана, давно не видел, не заходил, не знаю, очень переживаю, что с ним, почему не заходит, но думаю, что скоро все восстановится, так что вернемся, зовут Алексеем его. Итак, последние два палач ёжиков. Отличный медик тоже, взрослый дяденька. Один голд, ёж, офицер клана, практически 150 тысяч очков клановых. Тоже давно не заходил, но все же я подожду и дождемся, спросим, что случилось. И надеюсь, что он вернется скоро, играет за меда, ну просто обалдеть. И такой же обалденный джек, 350 тысяч клановых очков, шикарен. Доны, упакованный до зубов, медик от бога, мы надеемся на него всегда в трудный момент, если вся команда практически полегла, то Джек нас обязательно спасет, выручит из сложной ситуации, реснет нас, но у него тоже возникли, с ним разговаривал, небольшие проблемы, но скоро обещал вернуться. И вот такая вот, в принципе, состав, извините, не рассказал. И я, конечно же, глава клана Тугодум 2, зовут меня Сергей, я, в принципе, не маленький, мне 28 лет. У меня есть 550 тысяч клановых очков, держу первое место пока что, надеюсь, что кто-то меня перегонит. Любимый класс инженер, играю за медика, в зависимости от ситуации. Любимый класс ПВЕ миссии, это снайпер. Ну, вроде бы все, как бы надеюсь, что будет интересно всем познакомиться с нашим кланом. Увидимся в дальнейшем еще с очередными обзорами. И с вами был Тугодум 2, клан Кобра, сервер Альфа, игра Warface. Увидимся.